Сам виноват. Но если Сергей Войтенко пригласил, то надо по-честному сыграть, правильно? Для моего коллеги Сергея Войтенко большой привет. Жалко, что его нет с нами, но его оболочку я бы был рад увидеть и познакомиться лично с этим человеком, который нас пригласил. Спасибо Сергею Войтенко. Самаре и всем вам. Слава Господу Богу. Спасибо. Миролюб Аранджелович Кемиш на баяне, наверное, у нас, наверное, непревозойденный виртуоз с артикуляцией, с выговариванием. Ресовский жубор – это значит, когда шуршит вода, река Ресова. Ресовский жубор. Ну, это Сербия. Спасибо. Да, который меня окружает.